Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ирина Бакрадзе, и я с 2017 года руковожу фондом помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета подсолнух. Сам фонд был создан еще в 2006 году Тимуром Бекмамбетовым и Варей Авдюшкой. И с самого первого дня ставил задачу помощи людям, столкнувшимся с врожденными генетически обусловленными иммунопатологиями. В первую очередь с первичным иммунодефицитом. На сегодняшний день фонд вырос в мощную экспертную организацию, единственную некоммерческую организацию в России, которая занимается проблемой первичного иммунодефицита системно. Конечно, был и страх. Страх за фонд, за команду, за подопечных. Эмоциональный накал был на пределе, особенно в первые два месяца карантина. Но прежде всего нужно было обеспечить бесшовный переход работы команды на дистанционный режим. Команда уже давно работает в гибридном формате. Кроме того, развитие внутренней IT-инфраструктуры – это приоритет для нас последние два года. Так что особых проблем с этим не возникло. Скорее, задача сводилась к тому, чтобы обеспечить эмоциональный баланс, бесстрессовый переход для команды и сохранить боевой дух. Текущая ситуация, она дала мощнейший толчок к развитию цифровых технологий, как в секторе, так и в частности в нашем фонде. Возникшая сложная ситуация, она очень ярко проявила поддержку друзей. Мы встретили столько понимания, тепла и доброты со стороны наших жертвователей, что уже от одного этого душевного порыва хочется работать еще больше. Пройдя через эти испытания, команда закалилась и окрепла, и мы теперь готовы на многое. Желаю нам всем достойно вынести это испытание и выйти обновленными и готовыми к новым амбициозным свершениям. Удачи всем! Будьте здоровы!